Я просто поеду на обгон, не переживай. Пошел ты в жопу! Ты захотел купить игру? Остановись! В моем магазине ты можешь купить ее гораздо-гораздо дешевле. Цены на экране, а ссылочка на магазин в описании. Всем утюг, с вами Глюк, друзья, сегодня у нас, боже мой, что ты кладешься. Сегодня мы играем в Брик Рикс с Энтони и Юрчем. Да, ребята, всем приветосы! Привет, ребятки! У нас сегодня будет краш-тест, и харе тут совокупляться на холме. Поехали делать дело, друзьяшки! Да куда вы все поехали-то? За тобой, твою мать, тут высоко! Нихрена себе! Вашего, я думал, там высоко, но не настолько. Короче, ребята, сегодня будем крушить всякую разную технику с большого каньона и смотреть, что из этого вы. Подождите меня. Давай. Попробуй наши. Поехали, я первый, вы за мной все. Давай. С разгончика, ребята, вы же как вы любите, краш-тест. Лайк за это обязательно ставим нам. Давай. Поехали, ребята. Я не доехал, я полетел. Свободная камера пошла. Блин, как ускоряться в свободной камере? Нельзя ускоряться. Можно колесико вперед крути. Да ты че? О, точно, блин, вот это круто. Там автобус не раздолбали, нифига. Автобус дальше едет, смотри. Он поехал дальше. Давай, экскурсии вперед проводить. Экскурсовод, блин. Экстремал. Сейчас я дальше падаю, подожди. Нет, не падаю. Ты лег, все. Блин, а че? Охренеть. А как ты не разбился, смотри, он целый. А это уметь надо, да. У нас Глюк на самолете, мать его. Сейчас будет мастерский спуск. Давай, Глючок, мы тебя, если что, потолкнем. Меня потолкнуть надо. Я очень длинный. Вы что там взяли? Ты подожди, я еду. Давай, чтобы все видеть, я пошел первым. Давай. Я вообще ничего не увижу, понять. Я застрял. У-ху. Я лечу. Вот это я понимаю, да, вот это круто. Самолет летит реально круто. Мой автобус просто валится, но он нифига не рушится. Где самолет? Я вижу, самолет летит. Самолет реально летит. Он летит, да, но... Смотри, у него дырка, короче, внутри прям. Опа, даже взрывов не было, слушай. Ой, вдвоем встретились. А где Юрыч-то вообще? Я где? Я наверху застрял. Сейчас я приеду. Я, говорит, за вами смотрел. А что мне делать, если у меня она не едет? Посмотрите вот на этого лузера. Сейчас, вот, все, я почти сделал это. Я тебе сделаю, горка. На тебе. Давай. За тобой смотрю, давай. Чоу, сломался. Посмотрите, что происходит. Охренеть. Что это было? Вот это. Улетел. Катапультировался. Охренеть, вы видели это, друзья? Это просто произошел какой-то реально взрыв. Все, застряли твои куски. Да. А где, кстати, мы с Глюком, а? А мы внизу валяемся и вместе причем. Охренеть. Кстати, да, мы толком-то и не разрушились, да? Ну, вообще, мы очень крепкие получились. Юрыч, слушай, а тебе норм с ракетами, да? Да. Вообще прям совсем, ну... Чё за гад? Военная техника, блин. Чак. Боевые пенисы зарядил себе. Боевые пенисы. Друзьяшки, мы опять собрались разрушать наши машины. У Энтони просто мастерски получается. Подожди. Что-то это вообще какой-то улет был. Ёпта, подожди. Надо вернуться, сейчас я, ребят, я аккуратно вернусь, пойди. Ага, аккуратно. Давайте посмотрим, как Энтони аккуратно вернется. Это просто атомная бомба какая-то, подожди. Я сдал, Энтони, что у тебя есть талант. Во, кабина отпала, смотри, нормально. Я-то не туда. Да. Сейчас что-то рванет, банан рванет. Просто плюха. Мне надо главное, чтобы встать и чтобы до вас доехать. Ага. Вот так. Отлично встал. Во, нормально, да. Я что-то боюсь, что ты ко мне приближаешься. А? Я тоже боюсь. Не нравится мне это вообще. Вы давайте разгоняйтесь и падайте. Вот, поехали, все. Поехали. Банан, тащи. Тащу. Просто жесть какая-то. Смотри, как летим. Подожди, я посмотрю. Давай, кар-кар, ёпта. Вот. Оу, есть.
Да, хорош. Банан, банан, лети, давай, половина банана осталась. Банан просто на две части упал, вообще жесть. И, кстати, он до сих пор может стрелять! Чего? Оно еще и стреляло? Ну так это банановый танк, что ты хочешь? Это банановый могущественное танк. Оружие. Да рядом с вами! Юрыч! Ты смотри, я с тобой лечу рядом, правда ты в банане. А у меня как... Воу, я тоже полетел! Это не где-то там потерялся, вообще его не вижу. А я его опять улетел в это. Я бегу по склону вниз. Ребятки, ну мы продолжаем наш замечательный краш-тест. Мы поехали, да. Красный гусь Энтони. Понеслась! Нихера себе, вы ушли в точку! Я тоже лечу, друзья! Я лечу, да! Вот он, смотрите, сейчас взрыв будет! Красиво попал по кому-то! А я не взорвался. О, не взорвался. Ой, тоже кто-то взорвал. Охренеть. Последний момент. Да, сейчас все тачки взорвались, а я взорвал глюкобомбой. Ребят, вы просто как, блин. Один меня уцепил крюком, короче, и давай турбо врубил. Другой просто взорвался на мне. Вы такие добрые друзья, блин. Давайте повторим этими же тачками. Давай, тачки классные, топ. О, я в космосе лечу. Над землей высоко. Все, я пою. Какого хрена я с тобой сижу? Ты хочешь прокатиться, я тебя прокачу. Эй, отдай мою машину. Отдай мою машину. Так, у меня все плохо пока. У меня машина прыгает. А у меня гусь. Забери свой кран поганый, он не едет нихера. Глюкогусь. Глюкогусь, глюкогусь. Единственный в мире малыш глюкогусь. Капец, этот кран вообще не едет. Да я помогу сейчас, что ты переживаешь. Не переживай, сейчас. Вот! Помогать друзьям надо, ребят. До меня колесо долетело, нормально. Ой, сторону, гусь летит. Мне гусь летит. Сколько, что с ним? Что с колесами? Куда колеса отцепились в воздухе? Охренеть. Все, теперь я лечу уже без гуся. Я вижу, что ты улетел. Я просто поеду на обгон, не переживай. Пошел ты в жопу, на обгон, мать его! Меня цепануло, прикинь. Охренеть. Мать его, обгон он устроил, а. Нарик ты просто, а. Короче, вас дожидаться, я поехал сам. Давай, вперед. Давай, и сейчас мы туда падаем сразу. Все, я улетел. И я полетел. Нет, я не полетел. А, во, полетел. Давай, конфетка. Ой, как вообще крутит, ты смотри. Бам! Подожди, Юрыч. Я полетел. Да он наверх полетел. Охренеть. Космос. Охренеть, Деша, это табурет. Опа! Все, и кабина улетела. Жестко. Жесть, разорвало тебя, конечно. Где другой? Ты посмотри просто, да, осколки как взлетели. Вот это сюрприз, да. На! Я улетел как эпично просто. А я тоже летаю просто эпично, у меня уже башка кружится. Давайте поменяем, в общем, тачки и попробуем нормальные машины скинуть. Давай. Ну, глюк поехали? На катке, давай гони. Ты глюк, первый. Каток, это ты вообще смотри, нечто. Ты смотри, а у него что-то? У меня тоже турбо. Смотри, как катает. Уху! Полетели! Сейчас долечу, давай! На, моя взорвалась, где следующий? Это пипец, ты ржешь еще. Это просто мусор падает, это все, что осталось от глюка. Это просто каток, да. А где твоя тачка? А я уже вон взорвался, вот здесь, вот мой след остался. А я, нет, я глюка нашел в катке. Вот сюда ниже опустись по каньону, здесь я валяюсь, вот он мой мусор. Ребят, короче, я вставил своим оленям в задницу динамит, так что вы уж не обессудьте, если что там. Да-да-да. Гоу-пере, давайте. Юрыч, у тебя что за лимузин, мать его? У меня, короче, поезд-реактивная машина. Поезд-реактивная машина. А у меня локомотив, да, ребятки, локомотив. Я прилетел. А я лечу на оленях. Олени летят. Олень ты наш. Ой, олени сломались, блин. Где мой локомотив? А где взрывчатка у оленей? Подожди, я потерял локомотив свой. Чё-то я вообще целый.
Я еще ехать могу. Охренеть, а я на дорогу упал. На дорогу упал, вот я вообще потерял локомотив, если честно, свой. А где Юрыч? Подождите, оленей! Олени, подожди! Олени вперед полетели, да, ой, олени летят, да, смотри, олени вообще хорошо летают, Санта-Клаус, мать твою. Ой-ой-ой, я сломался прям мордой, обалдеть. Сука, это так эпично. От олени только задница осталась. Блин, у Юрыча вообще что-то ничего не сломалось, или что? Так у меня тоже почти ничего не сломалось. Она взрывается полностью у меня. Она у меня просто одна большая бочка с топливом. А олени вот они, вижу, да, перевернутые все. Встань. Олени взорвались! Да! Наконец-то! Тебе, братан, ответ простой. Зачем здесь лайк оставить свой? Оставь, чтоб быть по жизни крут. Грести по жизни лучший лук. Возьми курсор, идуй за мной. Мы будем вместе за чертой. Средь байтов лучшего ютуба. На свет идем, таков путь глюка.